Опомнитесь, люди, остановитесь на мгновение. Подумайте о том, что все мы делаем. Поймите, что враги наши не англичане, не французы, не немцы, не чехи, не русские, не украинцы, а враги наши одни, наши слабости, наше невежество, наше безволие и малодушие. Поймите, что все то зло, от которого вы страдаете, вы сами себе делаете, подчиняясь тем внушениям, которыми обманывают вас короли, члены парламентов, императоры, военные, капиталисты, духовенство, писатели, художники, все те, которым нужен этот обман для того, чтобы жить вашими трудами. Кто бы вы ни были, француз, русский, украинец, поляк, англичанин, ирландец, немец, чех, поймите, что все ваши настоящие человеческие интересы, какие бы они ни были, земледельческие, промышленные, торговые, художественные или ученые, все интересы эти, так же, как и удовольствия и радости, ни в чем не противоречат интересам других народов и государств, и что вы связаны взаимным содействием, обменом услуг, радостью широкого братского общения, обмена не только товаров, но мыслей и чувств с людьми других народов. Поймите, что спастись от всех ваших бедствий вы можете только тогда, когда смело вступите в область той высшей идеи братского единения народов, которая давно уже вступила в жизнь и со всех сторон призывает к себе. Только бы люди поняли, что они не сыны каких-либо стран, отечеств и правительств, а сыны Бога, и потому не могут быть ни рабами, не врагами других людей. Лев Толстой.